Пушкинская библиотека была построена в 1992 году и с тех пор претерпела немало изменений. Но, пожалуй, эта модернизация самая масштабная. Чему примером может служить место, в котором мы сейчас находимся? Это третий этаж, который полностью видоизменился. От оформления до технического наполнения. Был обновлен компьютерный парк. Это добавлено 4 ноутбука, 4 стационарных компьютера, 2 многофункциональных устройства, музыкальное оборудование. Были компьютеризированы рабочие места сотрудников. Применив систему «Артефакт», наши экспонаты были оцифрованы, отфотографированы, произведены описания. И теперь достаточно скачать приложение и получить доступ к описаниям предметов, находящихся в основной экспозиции. Кроме этого, была приобретена система «Музейный гид», в которую внесены все эти музейные экспонаты. Они доступны пользователям нашей библиотеки, нашим гостям. То есть есть возможность воспользоваться услугами экскурсовода, а есть возможность самостоятельно изучить коллекции, имеющиеся в библиотеке. В рамках нас проекта «Культура» было выделено 5 миллионов рублей плюс деньги из областного бюджета. Одних только книг было закуплено 2750 экземпляров. Книги совершенно разного направления. Конечно, это художественная литература, современная, зарубежная, русская литература. Книги по искусству, книги о путешествиях. Обновление библиотеки, как внешне, так и в плане наполнения, уже успели оценить и первые посетители, и коллеги. Впечатление восторга. По сравнению с предыдущим оформлением библиотеки, конечно, много изменилось в лучшую сторону. Меня, как библиотекаря, конечно, привлекли книги. По моему мнению, и взрослым, и детям будет интересно прийти сюда и пообщаться в первую очередь с книгой. В Пушкинской библиотеке музея будут рады и любителям классики, и современного искусства. Каждого найдут, чем заинтересовать. Но при этом главными ее гостями по-прежнему остается молодежь. А новое усовершенствованное пространство предоставляет еще больше возможностей для развития и самореализации. Глеб Дудкин, Эдуард Горелов. Такой день на Мире Белогорье.